Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Ну что же, приступим, ребята. Так, мои бойцы себя чувствуют великолепно. Так, казначей получил максимальный уровень, боец получил 27-й. Это очень хорошо, Power 12, яблочки, почти 150 тысяч. На карте у нас, ребята, орков нет, и это очень плохо, потому что с игроками что-то мне сейчас неохота особо воевать. Но, тем не менее, видимо, придется. Так, давайте выберем кого-нибудь. Макс. Мишель. Ну, давайте посмотрим на Макса вначале. 40 тысяч мощей. Пойдет, в принципе. Ну что же, давайте разберем его помаленьку. Надеюсь, у нас это получится. Так, тихо. Ребята, не суетитесь. Ой-ой-ой-ой. Так, все, переключились на магов. Да что ж ты, краса, падаешь-то у меня вечно. Так, подождите, ребята, тут как-то ситуация у нас накаляется. Ну, давай, блин. Отлично, ребята, мы победили. И получаем, ну, не так, чтобы много, но все-таки победа за нами. Давайте, ребята, отправим отхиливаться. Они это заслужили у меня. И посмотрим, на что у нас хватает, ребята, денег и ресурсов. Может быть, мы что-то можем с вами сделать. Воу, колодец маны. 400 тысяч 170 бревен, да? Как раз у нас все это есть. Давайте, наверное, поставим на улучшение. Сколько будет делаться? 21 час. Ёлки ты палки, а? 21 час, ребята, будет делаться. Ну, а куда деваться? Апать все равно придется. Ну, а пока мои ребята отхиливаются, мы займемся своими делами, ребята. Так, почему у меня эта красотка просто так ходит без дела и смотрит еще при этом в зеркало? Надо посмотреть. Так, давайте глянем на мужичка. Так, Драгомир, 12 уровень у тебя, да? А сколько максимально? 14. А эта девочка что у нас? Ага, она у нас прокачана по полной в плане повара. Тогда пойдешь сюда. Заодно будет сокращение времени на строительство. И Миланочка. А что Миланочка? Миланочка у нас ничего хорошего не может. Так, иди сюда, лечись. Почему я их сразу обоих не поставил? Всех, точнее. Ума не приложу. Так, что у меня с крафтом, ребята? Так, крафт идет полным ходом. Я надеюсь, что что-нибудь вы полезное мне сделаете, ребята. Потому что я вас отправил сюда всех. Всех своих алхимиков. Ну, а кто не в курсе, для чего здесь алхимики, ребята, я вам объясню. Когда крафтится какая-то шмотка и при ней участвуют алхимики, то оружие может получиться с более хорошими статами. Так что имейте в виду. Да, эта подвесочка, ребята, у меня надолго зависнет. 47 уровень. Ножи эти мне не очень понравились, поэтому я их носить не буду. Так, собираем деньги, улыбочки, яблочки. Так, яблок у нас, ребята, много. Ну, в принципе, нам и ходить-то особо некуда. Ну что же, я смотрю, у меня один отхилился уже. Отлично. Так, ребята, скоро у меня скрафтится. Почему я говорю скрафтится? Сделается, построится, апнется завод по изготовлению дерева. Так, колодец манна у меня еще будет почти 20 часов делаться. Тренировочно бойцов. Чтобы повысить, нужно 1,5 миллиона золота, ребята. 1,5. Да, это очень много. Ну-ка, что у вас тут? Ага, почти 1,5 часа будет делаться 37 уровень у Любомира. Ну, это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Ну что же, они у меня все практически отхилились. Арнольд, ты у меня, оказывается, полностью проапанный, да? В плане казначейства. Будешь помогать строить колодец манны. Отлично. Побежал. Так, давайте, ребята, возвращайтесь. И мы плавненько с вами переходим на карту. И давайте глянем, кого мы можем еще здесь немножко потеребить. У порога вечности. Дракон. 58 тысяч, да? Может быть, на него напасть, ребята? Как вы думаете? Руки у меня чешутся давным-давно на него. Хочу посмотреть, осилим мы его или нет все-таки, а? Давайте приготовимся.
и попробуем. Как говорится, была не была. Ух, ну держитесь, ребята. Ого, какой он здоровый. Так. Ну, если честно сказать, не очень-то он особый дамаг наносит. Хотя, как сказать, ребята. Ну, краса вроде держится, да? Держится. Блин, сейчас упадет. Я надеюсь, мой реслищик быстро ее поднимет. Отлично. Ах ты, черт подери, переключился на него. У-у-у, ребята, да он ватный. Вообще вата. Фи. Какого хрена? Что происходит? Не понял. Опа-на, а с какого перепуга зомби-то появились здесь, ребята? Ёлки-ты-палки. Вот это сюрприз. Вот это подстава. Все, упал мой лучник. Вот этого я никак не мог ожидать. А я уж было обрадовался, что завалил дракона. Хрен там. Ладно, давайте, ребята, поставим их на отхил. Пускай хилится пока. Так, ну, а мы пока займемся своими делами. Да беги ты быстрее, а? Что ты как неуклюжий какой-то. Так, посмотрим. Давайте соберем денежку здесь. Вот эти улыбочки, яблочки. Ага, Каспер нас навестил. Здорово, Каспер, как дела, нормально? Ну, лети, пока не до тебя. Ну что, воины мои отхилились. И давайте, ребята, сделаем попыточку номер два. И я все-таки просто так не угомонюсь. Добавляем магию. Так, великолепно. Делаем новенькую. Все, ну, сейчас должны затащить, ребята. Ну, не такой он, в принципе, сильный. Если не считая, конечно, этих зомбарей, которые там появляются непонятно откуда и почему. Так, пока, по-моему, ребята, мы сейчас хуже идем, да? Мне так кажется, что намного хуже. Ладно, сейчас посмотрим, как все зависит от нашего резальщика. Если он отхилит ее быстро. Так, отлично. Так, осталось немножко. Немножечко, ребята, осталось. Все, практически добили. Сейчас должны появиться зомбари. Да, но при всем при этом он же тоже, по-моему, будет жить. Да, он живет. Ох ты, он себе еще и жизнь установил. Ладно, нет, ребята, нифига не получается у меня. Не успеваем. Не успеваем мы убить этих четырех зомбарей. Потому что дракон меня сзади расстреливает. Черт подери. Надо что-то думать, как-то кумекать. Какая-то должна быть тактика. Мощей вроде бы хватает, причем за глаза. Надо, наверное, ребята. Хотя, что мне дадут шмотки? Ровным счетом ничего. Даже если поменяю магические шмотки на мага, а на лукаря поставлю егонную шмотку специально для лукарщика. Только что было в том бою так сделано, и ничего не помогло. Так, а что? Ах, ребята, я же посох разобрал. У меня был посох хила, и я его разобрал. А вот сейчас бы он очень сильно пригодился бы мне. Вот незадача. Да, и будешь ты у меня, Матвей, с этим посохом теперь бродить. А все потому, что у тебя слишком маленький уровень. Да, незадача, конечно, получается. Так, что мы можем еще, ребятушки, с вами сделать? Так, ну кольца мы трогать пока не будем. Давайте, отхиливайтесь побыстрее. Ну, я даже не знаю, или еще разок попробовать, или же попозже можно. В принципе, сходить на него можно попозже, не обязательно сегодня его валить. А сейчас можно, например, посмотреть игроков. Давайте глянем Цезаря. Давай, быстрее магию бери. Да что ты делаешь? Так. Давайте, нет, давайте броньку сделаем. На всякий случай. Может быть, вдруг пригодится потом. Так, думаю, достаточно будет трех штучек, все. И теперь... Ай, елки-палки, еще и не хватает у меня. Подожди, а почему не хватает-то? Все вроде бы хватает. Хм, странно, почему тогда было черное, что я не мог? А, так у меня никого нету в зале. Они же все хилятся. Вот я туплю, а. Думал, что яблок не хватает. А на самом деле просто нету никого в казарме.
Давайте, ребята, возвращайтесь. Нет, я, наверное, не буду все-таки переставлять. Ну что же, ребята, давайте немножечко отдохнем, попьем чайку и увидимся немножечко попозже. Ну что, дорогие мои друзья, я надеюсь, вы имели скорость слэша и успели за это время попить чаю. Ну а мы с вами все-таки попробуем завалить этого дракона, он мне не дает покоя. Так, своих ребят я немножко переодел. Я одел, получается, что? Магу надел сет мага, а лучнику сет лука. Надеюсь, что таким образом, может быть, конечно, мы все-таки завалим этого дракошу. Давайте-ка, куда там у меня маг разбежался. Попробуем его завалить. Так, нет, каким неполным отрядом? Опять куда-то кто-то побежал, а? Так, ага, маг, елки-палки, ну куда ты все бежишь-то у меня, а? Неугомонный. Давай возвращайся, блин, не могу выделить. Не хочет, гад, выделяться. Вот, возвращайся давай. Ничего себе, сейчас бы была подстава, да? Пошел бы на дракона с тремя воинами. Без мага. Причем без боевого мага. Так, сейчас он у меня вернется. Единственное, что, ребята, меня смущает, это... По мощам я, конечно, где... Ну что залагало? Опять меня кто-то сканирует, а? Кто-то хочет на меня напасть. Но не тут-то было, ребята. Я в игре, так что обломитесь. И вот я что думаю, ребята. По мощам... Да по мощам, в принципе, мы сейчас должны быть с ним на равных. Но хватит ли нам сил завалить его? Плюс у меня есть магия. Давайте пробовать. Да, почти на равных, не считая 5000 мощей. Ну что, дракоша, привет. Давай-ка с тобой немножко пошушукаемся здесь. Так, ага, первый фаербол у меня пошел. Ну, вроде бы пока нормально идем, ребята, да? Или мне так кажется? Так, еще один фаербол я оставлю на потом. Великолепно, вот они, эти зомбари, вылезли. Давай, надо быстрее их завалить. Ну что же, ребят, я вам скажу, пока идет все чинно, благородно. И краса встала, умница. Так, осталось немножко, ребята, немножко, блин. Да хиль давай, не хиль точнее, воскрешай, что ты пуляешь? Вот, умница. Ну, немного еще, немножко осталось, а. Так, отлично, ребята, отлично. Все-таки мы его сделали и получаем синий сундук. Блин, просто великолепно, я рад как никогда. Сэр, наши мечи и топоры в зазубринах, но враг отброшен. Мы прошли вглубь чертогов гигантов. Так, это хорошо, Дональд, это ты меня порадовал. Ну и в то же время немножко расстраиваешь. Ты хочешь сказать, что с игрой становится такой, елки-палки? Так, алхимики. Давайте-ка идите-ка сюда. Хватит там уже веселиться. Ну что же, мы сделали прогресс, забрали денежку. Жалко, конечно, что не сундук. Ну, мы вскроем вот этот. И, ага, на лучника выпала бронька. Где мой лук? А где бронька? Вот она. У, ребята, бронечка слабовата. Так что ее разбираем. Она нам не нужна. У меня есть еще одна бронька, но смотрите, ребята, она обычная, но лучше, чем редкая, по атаке, без всяких статов. Вот я думаю, уничтожать ее или не надо, а? Или пускай пока она полежит. Ладно, так и сделаем. Ну что же, так, забираем здесь все. Так, 328 тысяч, алхимик 9 уровня получил. Так, возвращайтесь, краса, иди лечись. Ну, что вы там стоите у меня как бездари-то? Так, плата древних чар. 3 голема и 2 некроманта. 60 тысяч мощей. Ну, ребята, в любом случае надо пробовать, как ни крути. И сейчас мы это с вами попробуем дело провернуть. Сейчас только они у меня похилятся хорошенько. И отправимся с вами в путь-дорожку. Нам надо проходить основную сюжетку. Как же все-таки вы долго у меня хилитесь, а? Ну, давайте, ребята, с вами глянем, кто у нас здесь будет.
Так, два некроманта. Дальний магический бой – это ближний физический. Но плюс раз в некоторое время восстанавливает всем союзникам здоровье. Вот это, ребята, плохо. Это надо будет их убивать в первую очередь и как можно быстрее, потому что иначе это может затянуться надолго. Если они отхиливают всех, то бишь и сами себя, и некромантов. А некроманты будут сзади шпарить по нам магией. Да, будет, наверное, тяжелый, ребята, бой, но деваться нам некуда и надо пробовать. Ну что ты, краса, там еще долго у меня будешь зависать, а? Все, накручиваешь бинты потихоньку там. Так, 121 яблоко. Так, опять там кто-то появился. Ядрить его на корень. А что, у меня все рабочие заняты, что ли, не могу? А, точно, ребята, не смогу я. Ладно, пускай пока так будет. Крыса, опять ты тут, а? Что ты будешь делать? Как я посмотрю, ты в последнее время очень любишь нападать у меня на кухню и, естественно, воровать мои яблоки. Но не тут-то было. Сейчас тебя там быстро кот Тимофей уничтожит. Да это все понятно. Тут даже к бабке не ходи. Ничего я не буду тратить. И построить я, естественно, тоже ничего не могу. Да и мне и денег не хватает, если честно. Так что придется нам ждать, когда освободятся работяги. Блин, колодец манны еще будет 13 часов лепиться. Это долго, очень долго. Ну что, краса моя, в принципе, отхилилась. Можно ее возвращать в отряд. Ну что же, будем пробовать, ребята, да? Или как? Или не будем? Но я знаю прекрасно, что вы хотите посмотреть, как я буду с ними драться. Вы хотите посмотреть, как мои воины просто упадут там? Нет, ребят, такого не будет. Сейчас я вам покажу супер-класс. Так сказать, гайд по уничтожению врагов. Так, казначей у меня максимально развился, 14 уровень получил, это хорошо. Ну, была не была, ребята, погнали, блин. А, ну да, магию, конечно же, надо, надо обязательно, без нее я никуда не пойду. Давайте вот так вот сделаем броньку еще одну. Если честно, я не любитель пользоваться броней, но как вы пишете, что в дальнейшем она будет лучше, чем фаербол. Ну, мы и проверим это заодно. Так, все, напряженный бой, ребята, не отвлекаем. Какого хрена поглощено? Че он там делает? Так, я надеюсь... Блин, что-то эта броня не спасает ни шиша, ребята. Так, краса встала. Ёлки-палки, если он сейчас завалит... А он завалит сейчас. Нет, не успел. Не успел. И это мой шанс, ребята. Да что за некроманты это такие мощные, а? Ну все, ребят, с этим сосунком мы справимся. Ну, у них поглощение урона шло, да? Все, ребята, поздравляю нас с победой. Мы получаем сундук и 9000 денег. Это хорошо, это радует. Так, что у нас в этом сундучке, ребята, выпадет? Давай плюшку. Ага, губешки раскатил. Ладно, деньги это тоже хорошо. Давайте их на отхил всех поставим. Пускай лечатся. Ну, а мы тем временем, ребята, глянем, что нас ждет впереди. Так, святилище забытых божеств. И будут нас ждать тут три голема и три лучника. Ну, я думаю, должны затащить. Так, краса, ты куда у меня бежишь опять? Я ж тебя на отхил ставил. Вот, вот она непоседа. Какие-то не все у меня. Я их бросаю на отхил, а они бегут в другие комнаты. Никак не хочет меня слушаться. Ладно. Будем как-то над этим работать. Надо будет их немножко проучить. Воспитание прежде всего. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, ребятушки. Прощаюсь с вами и до новых встреч. Всем пока.